Всем доброе утро. У меня кусочек чурис оставался. Вот это вот собака. Это вот собака. Плевала она на наш чурис. Кусочек яблока дали бы, а скажи, мясо вы сами ждите. Я уже себе готовлю завтрак. Здесь у меня, как всегда, лавашек с авокадо и ветчиной. Чайник уже вскипел, машинка стирается, пластик убирается в пластик. И все, завтракаем. Еще очень рано, я как всегда встаю около 8. Хотя каждый вчера такая думала, блин, я так буду спать долго. Угу. 8 как штык. Я даже, знаете, пыталась раньше... жалюзи закрывать. Думаю, я, наверное, жалюзи буду спать до обеда. Еще раньше вставала, потому что думала, что уже до обеда, потому что я уже выспалась и думаю, все, наверное, время 12. Встаю, а там, наверное, где-то 7, около 7 с этими жалюзями, представляете? Открываю, а там еще темно, но это было зимой. Ну, во, блин, поэтому все, больше не закрываю, потому что нафиг, и все, стало всеми синий, как дурак. Теперь ничего не закрываю, и вообще мне жалюзи не мешают. Мне, наоборот, с ними не спится. Ни днем, ни ночью. Мне, короче, если я хочу спать по-настоящему, то мне ничего не помешает, ни жалюзи, ничего, все равно 2-3 часа понадобится на сон. Ладно, буду себе наливать... чашку кофею. Точнее, я же не кофе пью, я пью вот такой напиток кофейный с медом и какой-то еще фигней медовой. И молоко не молоко. Я покупаю уже какой раз молоко, вот такое мужу, это цельное, чтобы сделать флан. И все время забываю, выпиваю молоко и флан не сделаю. Хотя его делать 2 минуты. Но сегодня я думаю, что у меня это прокатит. Я наконец-то сделаю флан. Сегодня же все равно выходной. Муж работает, говорит, что ему некуда не вести меня, не идти с нами никуда. Так что будем проводить свой досуг сами. Ну, все как обычно, на пляж сходить, дела какие-нибудь дома поделать. В общем, поживем, увидим, что я рассказываю-то. Все можно увидеть, не отключайтесь. Надела жилетку на всякий пожарный. Все-таки поеду на пляж. Вдруг там холодно будет, ветер какой-нибудь. В общем, поздновато сегодня вышла я на прогулку. Ждала, пока постирается машинка, чтобы ее повесить. Знаете, не люблю оставлять вещи в машинке, потому что они потом сильно мятые становятся. А я вещи почти никогда не глажу. Вот, если оставишь в машинке, то их потом они будут, придется гладить. Люди занимаются своими огородными делами. В общем, знаете, на улице вроде как солнце припекает, жарко, у меня вся спина мокрая. А ветер такой, знаете, свежий-свежий. Но все равно люди ходят уже в пляжной форме, вообще как им не холодно, там в сланцах уже, чуть ли не в купальнике. В общем, я сперла 2 гуаявы, как не спереть-то, мимо идем. Больше что-то нечем здесь, надо поживиться. Ничего нету. Картошку. Картошки накопать, наворовать, как в детстве. Ой. В общем, идем к морю. Дорога к морю. У нас вот такая вот. Двадцать 28 февраля. Люди 2020 года.
Сейчас подхожу к машине, за ней старательно писает мужчина. Ну, я так издалека открыла машину, он, наверное, чуть ли это. Пипиську не прихватил замком. Ой, блин. Смех и дрех. Ну, я так помедлила немного, типа, Чарли зову, чтобы он успел это. Там прям за моей машиной. Хорошо, хоть не на машину, а в кусты. Пипец. Здесь так каковых, как... Есть, конечно, общественные туалеты, но... Ой, господи, да в любой бар зайди, да и сделай. Нет, ему, наверное, просто на природе было лучше. В общем, я сейчас поеду машину помыть, попытаюсь. Потому что если много народу, то я не люблю ждать, не буду ждать. А если мало, то помою. Будет моя красавица чистая. Небольшая очередь. Я уже купила себе здесь вот за 5 евро 7 таких монеток, да. Вот одна вот такая вот помывка стоит 1 монета. В общем, 7 раз можно помыть машину. Или там 7 раз. В общем, каждый какой-то это стоит 1 монетка. Там вот можно пылесосить. Но у меня пылесос дома, поэтому пылесосить ее пылесосил, она не грязная. Видите, все чистенько. Только вот помыть. Демарко Фламенко. Мне нравится так и песня. Но это фламенко такое, прям типика испаниш, типичные испанские песни. А я, знаете, чем занимаюсь? Обувь разбираю. Да, некоторые ботинки, некоторые почти все, нужно уже спрятать, достать свои какие-то там, даже не знаю, что у меня там есть. Нет ни одних кроссовок, блин, целый ряд стоит. О, в этих я по пляжу хожу. Они широкие, в них не проваливается нога по песку. В этих давай им второй шанс, но, видимо, придется все-таки выбросить, потому что нога все равно болит. Ну, а эти спортивные. И вот это все надо разобрать. Я там уже разбираю. Музыка льется со всех окон. Мы одинаковые песни, кстати, слушаем. Почти что. В одном и том же жанре. А еще я, знаете, что заметила-то? У меня еще скатерть-то новогодняя. Та-дам! Надо уже скоро другую доставать, которая с цветочками. А я-то гляжу, у меня тут еще Новый год. В общем, да. И потом уже буду кушать. Обед у нас, в принципе, все то же самое, что и вчера. Макароны. Ах, соусом болоньез.
А еще я вчера на ночь сделала морковку корейскую. Та-дам! С добавлением морской капусты. И она очень-очень вкусная. Я вот лук не добавляю, когда обжариваю лук. Ну, знаете, в морковку корейскую нужен масло от обжаренного лука. Некоторые добавляют. Я вычитала же рецепты. Ой, бляха-муха, мандыкнулась. Чарли, не бойся, не ссы, прорвемся. В общем, вычитала во всех этих. Надо вытереть, а тут точно мандыкнемся, и мы тоже. Что лук не добавляется. Я, в принципе, его не добавляю, он там совершенно не нужен. Вот, но лук я не выбрасываю. Я туда добавляю пару яиц, и получается офигенный омлет. Тортилья де сивоя. Вот такая. Вот. Ну, муж мне сейчас сообщил, что он дома не ест. Что он, ему нужно что-то там доделать. И, в общем, я опять в гордом одиночестве. Ну, ладно. У нас же праздники. Вот. Кстати, все везде перекрыто. Я везде кружилась. Я вспоминаю, что... Знаете, в этот праздник, как марафон делают, что ли, с разноцветной мукой, вот так кидают друг другу разноцветную муку. Если найду фотки, найду, потому что мне вызвало напоминание, если я вспомню их вставить, вставлю вам, как это все происходило. Когда мы жили в другой квартире, там мимо нас все это происходило, поэтому все было видно и заметно. А сейчас вот ехала, потом паэлью делают, знаете, во всех городах. Я эти сборища не люблю. Как-то вот, знаете, иногда там, блин, вот надо сходить, как так, вот все ходят. А я дома сижу, ну, блин, не люблю я эти сборища, не люблю я эти концерты. Не знаю, ходить вот так вот как-то. Ну, не одна, естественно, не знаю, это все не мое. Мне бы вот погулять, знаете, чтобы спокойно, без народа. Вот так вот по пляжу где-нибудь, какой-нибудь другой город посмотреть. Вот так вот. А вот эти вот гуляния все не очень мне. Хотя мы в прошлом году ездили на паэлью. Влог есть, 100% есть. Надо сейчас его тоже найти. Вообще в напоминание все сделать, чтобы вечером, когда монтировать, все это вставить. Потому что голова... дырявые. Не 16 лет уж. Извините. Что есть, то есть. Так что вот такие дела. Ой, я столько делов переделала. Знаете, глаза боятся, а руки делают. Начала с обуви. Обувь. Сейчас покажу, пока у меня там нет бардака. Вот такая у меня красота. И там тоже красота. Это... пару дней такая будет красота, потом все будет в куче свалено. Ой, у вас не так, что ли? Тоже так же. В общем, потом увидела пыль. Начала эту пыль пылесосить. Потом увидела пыль на телевизоре. Тоже ее протерла. Что я вам рассказываю, все это видели. В общем, да, макарошки. О, приготовила неделю назад. Все, пока я сейчас ем. Люблю готовить, но, блин, видите, я через день одна кушаю, поэтому приходится. У меня еще блинчики есть, вы не думайте. Я каждый день думаю, блинчики поесть, блинчики поесть. Вот сейчас думаю, блинчики поесть. Потом вспомнила, что у меня есть капуста. То есть макароны и салат, это более чем достаточно. Правильно же ведь? Какие блинчики? На завтрак съела лавашек. В общем, да. Когда жрать, я не понимаю. Люди тележками все скупают. Когда они едят? Не знаю. Я не понимаю. Ой, что-то голова даже заболела. Музыка, кстати, закончилась у нас. А еще я, смотрите, вспомнила, что у меня мед постоянно стоял в такой штуке, российский мед. Вот. И открытый. Ну, я так подумала, что туда постоянно... Привет!
пыль садилась и все такое. Ну, я иногда с медом пью чай. Или там ложечку возьму. Чувствую, что горло запершило, ложечку возьму. И, в общем, я вспомнила, что мне племянница дарила вот такую вот кружечку с Тенерифе. Она там живет. Сестра, кстати, к ней умотала. И это для чая. Там заварник был, все дела. Но, па-бам! Круто я придумала. Мне кажется, круто. Все закрыто. Хочешь, взял себе. И все. И вот то, что стоит, она мне напоминает. Круто же ведь? Круто. Ладно, пошла я лопать и буду сериал смотреть. Я все еще сыла не досмотрю никак. Представляете, там осталось всего ничего. Ну ничего, я добью. Вот такая красота получилась. Всем приятного аппетита. И плахалочка салата. Ну, потом еще у меня есть мороженое с кокосом. Вкусное на десерт. Всем приятного аппетита еще раз. Та-дам! Я наконец-то замутила флан. Рецепт есть на канале, если хотите, обращайтесь. В плейлисте рецепты там, все мои рецептики. На паровой бане я готовлю, у меня есть пароварка такая, которой я очень редко пользуюсь. Вот именно для того, чтобы делать флан. Сейчас пароварки есть почти в каждом роботе кухонном. Поэтому не проблема. Но вот этой пароварки у меня именно больше вмещается, скажем так, фланчиков. Ну все. Пятиминутное дело. Засекаем время и ждем. Смотрите, что у меня есть. Та-та-там. Кстати, уже поломанный. Я когда в России покупала его, не у Ульяна, племянница, ей, наверное, нравится, вот так она его мне весь поломала. Хорошо, хоть не на подарок. Вот сейчас буду есть и буду вспоминать Ульяну. Видите, она его вот так вот стоит, ломает такая. Я говорю, ты что делаешь-то? Она, наверное, кайфует. Ты знаете, как есть такая бумага с пупырышками, с такими, и вот тоже стоишь их, тих-тих-тих, такая она. Там плиток 5, наверное, и она, наверное, их мне все поломала. Работу за меня сделала. В общем, друзья, такая пылища, прям горе пыли. Смотрите, это, наверное, это невоспитанная собака. В общем, что, планировалось с утра полежать, отдохнуть, ничего не делать. Думаю, буду так валяться на диване целый день и буду телек смотреть. Ну, телек там, интернет, без разницы, да. И в итоге что? Переделала все, что можно, и что планировалось, и что не планировалось. Полежала на диване, попила чай 2 или 3 раза. В общем, так устала отдыхать, что даже голова начала болеть. И думала, и подумала, плевала я на этот отдых. Пойду-ка я лучше с Чарли погуляюсь. Не домашний я человек. Но я не понимаю, что можно делать дома целый день. Я знаю, что есть люди такие вот домашние, они могут 3-4 дня не выходить из дома. Я не из этих людей, я не знаю. Я и на балкон посмотрела, вышла, и на крышу слазила, и вообще, не знаю, скучно. В общем, да, думаю, лучше прогульнусь, и так вечер придет. И все. Особенно эти выходные, все закрыто. А сейчас иду, все гуляют еще, представляете? Ой, блин, товарищи алкаши там сидят. Ну, не товарищи алкаши, молодежь, которые сидят там уже, стаканчики пьют. Ну, то есть, стаканчики, коктейли. Там всякие там спиртные напитки распивают. Весело, музыка орет у них. Конечно, им завтра не работать. А мне работать. Ой, даже если бы мне и не работать, то я бы все равно. Эх, были времена, конечно, когда тоже так сидела. Всему свое время. Ну вот, будем гулять. И наслаждаться прогулкой и погодой. Смотрите, там заказали диджея и тусуются. В этом баре, кстати, тоже, но с той стороны, с другой. У них выход там есть. Жизнь кипит, бурлит. Я сегодня ничего не готовила, друзья. Представляете?
откуда что берется, не пойму. Флан. Так он выглядит. Но потом, когда его, как сказать, вывалили, сейчас я вам покажу. Что я вам сейчас все покажу. Вот так он выглядит. На вид, кстати, очень даже ничего. Ну, конечно, это надо в плоскую тарелочку. А что тут такое зеленое? Зеленый это не то. Вот. В общем, дын-дын-дын-дын. Должен быть вкусный именно вот с такими пупырышками. А я тут себе чашечку чая завариваю. Смотрите, чтобы вы поняли размеры. Тут, наверное, литр чая с ягодами. Рейбуш ванильный. Ну и со всякими ягодами. Апельсин, лимон, стевия. Будет вкусно. Садится батарейка. Так что буду с вами прощаться до завтра. Вот такой вот сумбурный день получился. Пишем комментарии, ставим лайки. И всем пока-пока до завтра.